Всем привет, вы на канале Девайсы, и в этом видео я расскажу вам о лучших игровых клавиатурах. В данный топ я включил 7 клавиатур разного типа и от разных производителей, которые пользуются большой популярностью у геймеров и получили множество положительных отзывов. Я расскажу вам о ключевых особенностях каждой клавиатуры, а также оставлю в описании под роликом ссылки на различные сервисы, где вы сможете сравнить стоимость этих устройств. Ну а перед тем, как я начну, хочу напомнить, что на канале Девайсы регулярно выходит много интересных обзоров и рейтингов на различное компьютерное железо. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, если не сделали этого раньше, чтобы всегда быть в курсе последних новостей из мира компьютеров. Ну и конечно, не забывайте ставить лайки, если вам понравится этот ролик, а также писать комментарии, ведь мне важно ваше мнение. Ну а я тем временем начну топ-7 лучших игровых клавиатур. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Первая героиня этой подборки – Bloody B810R. В этой клавиатуре используются оптические переключатели, обеспечивающие время отклика всего в 0,2 миллисекунды. Кроме того, клавиши срабатывают с расстояния всего в 3 мм, что гарантирует практически мгновенную отзывчивость. Кроме того, оптические переключатели примечательны своей износостойкостью и долговечностью. Их срок службы достигает 100 миллионов нажатий, так что можете быть уверены, что такая клавиатура прослужит вам верой и правдой долгие годы. Из достоинств Bloody B810R также стоит отметить хорошо читаемые символы на клавишах и защиту от влаги. Клавиатура имеет нано-покрытие на печатной плате, которое защищает ее от коррозии и едких химических веществ. А дренажные каналы и отверстия, установленные в этой клавиатуре, обеспечат быстрое вытекание жидкости, если вы случайно прольете на клавиатуру какой-нибудь напиток. Также стоит отметить, что Bloody B810R оснащена регулируемой RGB-подсветкой. Доступно 6 предустановленных эффектов, а также возможность создания своих вариантов подсветки и их быстрое переключение горячими клавишами. В общем, если вы ищете надежную клавиатуру с подсветкой, которая обеспечит быстрый отклик на события в игре, то рекомендую обратить внимание на Bloody B810R. Еще одна представительница Bloody в нашем топе – клавиатура Bloody B314. Она имеет мембранные переключатели клавиш, но 4 самых часто задействованных игроками клавиши WASD получили оптические переключатели с временем отклика всего в 0,2 миллисекунды, что гарантирует быструю отзывчивость на события в игре. Кроме того, оптические переключатели удерживают более 100 миллионов нажатий, поэтому прослужат долго. Помимо основных клавиш, Bloody B314 получила 9 дополнительных, функционал которых вы сможете настроить, исходя из своих пожеланий. Причем эти клавиши расположены близко к основным, так что вам не потребуется тратить много времени, чтобы дотянуться до них. Среди прочих преимуществ данной модели стоит также выделить красивый дизайн и широкую подставку под запястье, которая обеспечивает более комфортный игровой процесс и меньшую усталость. Есть у Bloody B314 и подсветка с возможностью регулировки цвета для разных участков клавиатуры, а еще в ней предусмотрена защита платы от воды и дренажные каналы для быстрого вывода пролитых жидкостей. Геймеры отзываются о Bloody B314 крайне положительно, отмечая, что для своей стоимости это отличная клавиатура. Следующая героиня нашего топа – Logitech G213 Prodigy. Это мембранная клавиатура с RGB-подсветкой, которая выполнена в полноразмерном корпусе обычной толщины, что будет весьма удобно для тех, кто привык к такому форм-фактору. Клавиатура оснащена клавишами MacDome, которые имеют стандартную высоту и полную глубину хода 4 мм. Они обеспечивают отличный тактильный отклик, тихую работу и стабильную высокую производительность на уровне механических клавиатур. Помимо обычных клавиш, предусмотрены еще и специальные кнопки управления мультимедиа, которые упрощают просмотр видео и прослушивание музыки, позволяют мгновенно включать, выключать и приостанавливать воспроизведение, а также убирать звук. Все клавиши у Logitech G213 Prodigy разделены на 5 зон с возможностью индивидуальной настройки подсветки из более чем 16 миллионов оттенков. Также доступна регулировка яркости подсветки и возможность настройки игровых профилей. Делается это через фирменное ПО Logitech G-Hub, которая также предоставляет много других полезных функций. Например, можно будет назначить горячие клавиши для более быстрого выполнения различных действий в играх. Также важной особенностью этой клавиатуры является наличие достаточно широкой подставки для запястий. Плюс у нее есть двухуровневая регулировка угла наклона. Поэтому такая клавиатура устанавливается в идеальное положение, что добавляет комфорта при взаимодействии с ней. А еще эта клавиатура получила защиту от влаги и прочный корпус, который позволяет ей выдерживать высокие нагрузки и служить долго, даже
даже при постоянном интенсивном использовании. В общем, отличная многофункциональная мембранная клавиатура, которую по достоинству оценят многие геймеры. А узнать ее стоимость, впрочем, как и стоимость других клавиатур, упоминаемых в этом ролике, вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые оставлены в описании. Defender Werewolf GK120DL станет отличным вариантом для покупки для тех геймеров, кто хочет удобную и недорогую клавиатуру с подсветкой. Клавиши у GK120DL выполнены в классическом стиле и оснащены мембранным механизмом, отличающимся бесшумной работой и быстрым срабатыванием. Также в ней предусмотрены горячие клавиши, которые обеспечивают быстрый доступ к настройкам мультимедиа и программ. А еще есть возможность блокировки клавиши Windows и переключения на кнопки WASD стрелок курсора. В нижней части клавиатуры располагается широкая подставка для рук, которая поможет снизить нагрузку на запястье во время длительных игровых баталий. А еще есть возможность регулировать угол наклона клавиатуры с помощью ножек. Что касается подсветки, то она разделена на несколько зон, где клавиши подсвечиваются разными оттенками. Цвета подсветки клавиш, к сожалению, менять не получится, так что придется довольствоваться предустановленным вариантом производителя. Зато есть регулировка яркости подсветки, и на том спасибо. Из других особенностей этой клавиатуры стоит отметить прочный корпус, влагозащиту, а также прочную оплетку кабеля, благодаря которой он не перегнется. Те, кто уже приобрели такую клавиатуру, отзываются о ней крайне положительно, так что если вам нужна недорогая мембранная клавиатура с подсветкой и горячими клавишами, то стоит обратить внимание на эту модель. Далее в нашем топе идет клавиатура HyperX Alloy FPS Pro. Она станет отличным решением для тех геймеров, которым нужна надежная и точная клавиатура. Она лишена цифрового блока, зато имеет довольно компактный корпус и, соответственно, занимает гораздо меньше места на компьютерном столе. Корпус этой клавиатуры выполнен из цельной стальной рамы, которая обеспечивает устройству надежность и долговечность даже при интенсивном использовании. HyperX Alloy FPS Pro оснащена надежными механическими переключениями. Cherry MX, выдерживающими более 50 миллионов нажатий. Они срабатывают при минимальном усилии, это означает снижение нагрузки на суставы и повышение комфорта как в играх, так и при длительной работе. Также эта клавиатура примечательна богатой функциональностью, включающей игровой режим, функции 100% антигоустинга и NK Rollover. Большинство владельцев высказываются об этой клавиатуре крайне положительно, отмечая ее красивый минималистичный дизайн и прочный корпус. Единственное, что может огорчить, так это нерегулируемая подсветка, у которой доступно только красное свечение. В остальном же существенных недостатков нет, и если вы хотите компактную надежную клавиатуру для игр, то стоит обратить внимание на эту модель. Продолжает наш топ Razer Synosa Chroma. Это полноразмерная игровая клавиатура с мембранными переключателями, которые обеспечивают тихий и четкий ход клавиш. Мультимедийных кнопок нет, но их с легкостью заменяют горячие клавиши. Собрана клавиатура качественно, расстояние между клавишами подобрано оптимально и практически исключает случайные нажатия по соседним клавишам во время активного игрового процесса. Есть возможность регулировать угол наклона, а также подсветки, которая поддерживает более 16 миллионов оттенков. Настройка подсветки осуществляется через фирменное ПО Razer Synapse. Можно будет выбирать различные эффекты подсветки и оттенки для различных зон клавиатуры. Кроме того, программа Razer Synapse позволяет переназначить функции клавиш, привязывать к ним макросы и многое другое, что позволит сделать игровой процесс более комфортным. Из других достоинств этой клавиатуры стоит отметить наличие влагозащиты и дренажных каналов, которые позволят быстрее избавиться от случайно пролитых жидкостей. Те геймеры, которые уже обзавелись такой клавиатурой, отзываются о ней строго положительно, отмечая, что это одна из лучших мембранных клавиатур, которая отлично подходит для игр и обеспечивает быстрый отклик. Завершает наш топ Redragon DAXA. Это компактная игровая клавиатура без цифрового блока, которая не займет много места на столе. Она оснащена механическими переключателями, которые обеспечивают быстрый отклик, характерное для механики щелкание и приятные тактильные ощущения при нажатии. Кроме того, эти переключатели могут похвастаться продолжительным ресурсом работы — 50 миллионов нажатий. Так что такая клавиатура проработает долго. Кстати, долговечности ей прибавляет еще и прочный корпус. Влагозащита от случайного проливания
переливание жидкости и кабель в прочной оплетке. Подсветка у Red Dragon DAX'а тоже имеется, правда она нерегулируемая, но стоит отметить, что тон свечения каждого ряда клавиш подобран хорошо, и в темноте работающая клавиатура смотрится очень красиво. Те геймеры, кто уже приобрели Red Dragon DAX'а, высказываются о ней крайне положительно, отмечая из достоинств ее компактность, четкий ход клавиш и долговечность. Так что если вы ищете хорошую механическую клавиатуру, которая не займет много места на столе, то стоит обратить внимание на Red Dragon DAX'а. На этом у меня все. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, и напишите в комментариях, какую из этих клавиатур вы бы купили себе. Ссылки, где можно ознакомиться с ценами на эти клавиатуры, как я уже говорил, будут в описании под роликом. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новом видео, а чтобы знать, когда оно выйдет, подписывайтесь на девайс и жмите на колокольчик.